Привитус, амигос. Игра за гранью продолжается. Кажется, вообще она за гранью переводится. Нет, что значит Beyond? За гранью двух душ или за гранью две души? Вообще это уже больше на Resident Evil Zero похоже. Там тоже поезд ехал, а потом зомби повалили. Я не понял, как Эллен Пейдж телепортировали с того места, где она там. Она куда-то выпрыгнула вроде как, да, из вертолета, теперь она едет в поезде сразу же. Подожди, в нее можно бутылку швырнуть. Ее, наверное, разбудить надо. Да, я посмотрел на сенсацию 13-го года, связанную с этой игрой, где хакеры, типа, сломали камеру и показали всем голую Эллен Пейдж компьютерную. Она вроде как даже суд подала. Ну, что можно сказать, Эллен Пейдж одна из тех женщин, которых лучше не раздевать, видимо, потому что что-то... Что-то она как-то, ну, совсем не очень. Хватит, я не сплю уже трое суток. Я устала, понял? Айден вообще не спит, хер знает сколько лет уже, наверное. Угадайте, кто? Да-да-да, это он, это негр грусти. Просыпайся, негр грусти. Сделай что-нибудь веселое. Непонятно, что я должен сейчас делать. Уровень просто начался с того, что она едет в поезде. Чего едет? Куда едет? Так, понятно. В двухэтажном поезде. На первый этаж мне не дают. Что там пробормотали в динамик? Чего? Какая станция? Сколько стоим? Ничего не понятно. Отлично. Я просто полетал, пострадал херней. Время вышло. А тут уже нас встречают доблестные шерифы. Ну и судя по миссии прологу, ее сейчас повяжут, скорее всего. Глянь в окно, дура! Но я же сказала тебе. Наверное, если Айден тебя, блядь, будет, это не потому, что ему делать нехеру. Так, шериф сел на поезд. Ага. Не очень Ага, вот они. Все. Здрасте. Это много объясняет. Предъявите документы. Проверка билетов. Мэм, вернитесь на свое место. Я сикать хочу, у меня очень маленький мочевой пузырек. Это она! Она! Блять. Я, короче, спалил. Оу, щи. Что у них там за кнопки такие? Сенсор типа, наверное. Стоять! Простые ручки сделать им не позволяет. Не позволяет прогресс, видимо. А, пуш написано, надавите. Я просто смотрю, что мне надо вовремя руку прикладывать к этой херне. Эй, осторожней, столько народу, блядь, перепрыгивало через чемодан и сломало шеи. Не стань одной из них. Ты сдурела! Я не понимаю, какие проблемы у Айдена просто раскидать двух... двух полицейских. Выбить окно осколками им в лицо. Это было, блядь, всяко больше шансов, чем прыгать из поезда на ходу. А она не прыгает. Ой, блядь. Не, чувак, нихуя. Вот в этом я, блядь. Джойстик я трясу просто. Ой, блядь. Вот это тупизна вообще. Я нахуй вообще не понимаю, куда жать, блядь, в этих моментах. Пиздец, полное говно. Почему, блядь, не пишут? Вниз надо жать, вверх надо жать. Блядь, пиздец. Где... Я не могу так, нахуй. Где сложность? Часто играю. Играю
Редко, блядь. Если от этого зависит, будут ли вам писать на экране, куда надо нажимать, нахуй, то, блядь, я согласен, что я играю редко. Я пиздец, как редко играю. Просто реже, чем моя бабушка, блядь. Потому что я вижу, что она бьет ногой вниз. Я жму вниз, а оказывается, надо жать вперед, блядь. Она, блядь, бежит вперед, а оказывается, надо было жать вверх, чтобы она там что-то сделала. Я ебал, такое говно, блядь. Следите за ее движением, блядь, руки. Да иди ты нахуй со своим джойстиком вторым, блядь, пизду. Отсюда не ногой. Не парься, не сбежит она. Но я заметил, что когда ее ловят, она появляется в каких-то комнатах, да, как нигеры ее поймали, она появляется в этих комнатах и тут же совершает побег, это практически ни на что не влияет. Помоги мне выбраться. Да, привыкла, блядь, к халяве. И, блядь, что я должен сделать? Что это такое? Ебать! Нет, спасибо. Это просто пиздец. Они отняли нахуй они отняли возможность свободного перемещения Айденом, блядь. То есть только по желтым маркерам можно двигаться, ну и говно, блядь. Да, ебать. Интересно. Вот что сразу так нельзя было сделать, чтобы во время погони Айден просто в кого-нибудь селился, блядь, и все ему обосрал. В чем проблема-то, я нихуя не понимаю. Почему он не направляет свои усилия на предотвращение этой хуйни? Только на, блядь, исправление последствий своего бездействия. Окно Айден. Что, блядь, окно Айден? Да, давай во всем поезде окна расхуевертим, что ж, одного-то нам мало, походу. То есть здесь, по сути, все линейно, в общем-то. Если в Heavy Rain можно было потерять какого-то героя в процессе прохождения, да, и вообще не довести его до финала. Здесь. Даже не понял. Да, нормально, прошло. Ничего вроде не отбило жизненно важного. Да нет, ничего жизненно важного и нету. Сало на женской жопе много, блядь, удар смягчает. Ну. А, надо сначала одну вылечить, потом второе. Что, ничего, ничего. Я вылечил ее, нет? Или она хромать теперь будет? Конечно, у нас же нету еще 30 секунд, чтобы я еще раз попробовал. Мы, наверное, торопимся. Сейчас окажется, что она сошла с поезда в том самом удачном месте, где и наткнется на что-нибудь. Например, на собак и вертолет. Откуда, блядь, они здесь взялись? Они что, за поездом бежали, гнались, что ли, или что? Как они узнали, что она съеблась именно в этот момент? Как они вообще, блядь, успели понять, что она убежала? Это погоня с собаками немножко притянута за уши, откровенно говоря. Но камера хороша в этот момент, конечно, и графика. Графика вообще заебись. А нахуй. Веткой по еблу.
Ну так, для атмосферности нашу роль отыгрывать. Там же скользко. Они еще и стреляют. То есть им не дали приказ, что она нужна живой. Что она, блядь, на ЦРУ работала. Работает, по факту. Я не знаю, это у нас огонь не открывают. Нас пробуют до последнего задержать. В Америке, видимо, как правило, задержание начинается, блядь, со стрельбы, да? Там, когда задерживают, сразу наставляют пистолет. У них какие-то совсем иные порядки в этом плане, видимо. Ну, раз они периодически умудряются застрелить какого-нибудь негра, который вообще нихуя не сделал в итоге, оказывается. Это, блядь, действительно так. Сейчас окажется, что они на самом деле хотели негра Грусти арестовать. Айден опять тупит. Ой, блядь. Попал. Так, пока нормалечек. Да ладно. Бедную собачку с колешечек. С колешечки врыло. Собака-то еще, блядь, ее весом задавить должна. Посмотрите, собака больше, чем Эллен Пейдж, блядь. Почему Айден не помог ей в этом бою? Да, вот они, хваленные полицейские собаки, блядь. Камнем бросила. Видишь что-нибудь, Трэвис? Ага, вот в ЦРУ была такая лазилка, я помню. Раскорячивается, как, блядь, чупакабра. Будем надеяться, что жирные полицейские не смогут заволочить свою жопу на отвесную стену. Блять! Только не вниз, только не вниз, нахер. Я ебал сюда третий раз карабкаться. Его. По-моему, они на нее уже посветили фонарем. Ей туда ни за что не забраться. Дилетанты, ёпта, я ж говорю. Вот и попалась. Ну и хули я держал этот ебаный треугольник. Если все равно она должна была попасться, так или иначе. Видимо, это сценарий. 17-й на связи. В вашу сторону направляется спецотряд. Они заберут у вас задержанную. Понял. Ну, почему бы Айдену не вселиться? Увози меня отсюда. А, убьет его, убьет. Он красный, не вселиться в него. А, нет. Просто, блядь. Просто пока придушил. Усыпил. Видимо, Айден убивает только плохих негров. Или просто только негров. Айден вообще, походу, дух умершего Гитлера, блядь. То, что надо. Дух фюрера. А ключик? Зачем, блядь, я это сделал? Не понимаю.
чертов дождь. Он когда-нибудь перестанет идти? Что это, блядь, за функция такая? Зачем, блядь, машину трясти? Ну давай, ебаный насрать. Блядь, что надо-то, еб твою мать? А, подержать, чтобы ее вообще перевернуть, что ли? О да, это их мощно отвлекло. О, блять, у меня управление. Надо поосторожнее с педалью газа. Вот это внезапно, что в этой игре. Уи. Далее покататься на классном полицейском мотике в дождь без шлема. Уи, классно. Сейчас ее об елку ебну, блядь, с разгона, и все, и геймовер. У меня с этими миссиями проблемы еще со времен боевых лягушек на Денди. Блядь, я до сих пор ее управляю, что ли? Вроде очень удобно, конечно, блядь, вообще. У них там какое правостороннее движение? А какая разница, никого же нету. На X-то она что делает? Тормозит, наверное. А, фару выключает. Что они, блядь, не знают, что надо на дорогу светить, что ли? Как ехать-то, блядь? Надо остановиться просто. Да, я смотрю, их не наебешь. Мне кажется, надо с дороги где-то свернуть. Все, у меня забрали управление. Нихуя не понял суть этого задания. Приехать в засаду, блять? На мотоцикле, блядь. Так мог Терминатор, блядь, дерзить, но не ты, сучка. Сейчас. А, да, блядь, точно. Все время забываю, что Айден может еще и щит накладывать. Который просто таранит машины, блядь, без отдачи. Да. Могли бы шипов на дороге растянуть, что ли? Хотя, наверное, Айден на шипы бы, наверное, типа откинул. Если броневики ее не остановили. Да. Очень странная миссия, конечно. В очередной раз Айден просто заимбовал. Блять, а теперь они перешли на тактику партизанских засад, что ли? Смотри, подкараулили. То есть вся вот эта погоня, да, она изначально не имела смысла, потому что, ну, не уйти. То есть так или иначе пришло бы все к этому, получается. Нету никакого или-или. Группа 3, на позиции. Внимание, вы окружены, выходите с поднятыми руками. Заебись, бля. Сами напросились, чуть что сразу Айден. Так, ну давайте начнем, наверное, блядь, с... Машинку, наверное, им на бошки кинем, да? Непонятно, почему она загорелась, правда. А спецназовцев так просто не напугаешь, я смотрю. Они как-то не удивляются тому, что машины переворачиваются.
как-то с похуизмом все. О! Вселюсь, да, застрелю их нахуй всех. Нет, просто убил. Убил. Смотрите, у него аура закончилась. Но отряд не заметил потери бойца. Они не идут в атаку, они не убегают. Они, блин... Они вообще никак не реагируют. У меня уже убили, что ли? Снайпер, блять, надо в снайпера вселиться. Снайпер это выгоднее, ё-моё. Тимкиллер, баним его, пацаны. Вот и бан. С ума сойти, да. Давай обернемся, командира завалим. Быстрее, мать вашу! Держать позиции! По три за раз. А этот стоит тут один такой в безопасности. Рядом с ним даже вселиться не в кого, чтобы его грохнуть. Все, вроде по ней никто уже не стреляет, нет? Мотик можно в него пульнуть. Вообще бессмысленно что-либо пинать. Ты уверен? Да я делаю. Я уже, блядь, половину убийц поубивался, не заметила. Кто тебя убьет, кому-то нахуй нужна? Там уже никто не стреляет, наверное. Ебать, что происходит? Почему он взорвался? Так, а что я могу сделать-то? Дверь! Ай, не могу открыть! Помоги! А что ты не сказала, что ты бежишь куда-то? Они вскрикивают, они далеко стоят. Так, что дальше-то? Они уже близко. Помоги мне. Меня же схватило. Скорее, Аль, спасай. Так что я должен сделать-то, блядь? Чем тебе? Кто ее, блядь, хватает до сих пор, не понимаю. Помешай. Мне кажется, я рано, блядь, все же машины просто переворачивал. Вот надо было на потом оставить. О, может, вертолетчика можно заселиться? Да, я так и подумал. Ну все, пизда спецназу. Сейчас воздушный волк уладит эти проблемы. Только ей на крышу-то хоть не посади его. Че не показали, как людей винтами порубило? Да, и прям вообще никто не уцелел, да? А, вот командос. Самый везучий, блядь, который в стороне стоял с граммофоном, с мегафоном. Передай, чтоб отвалили нахер, потому что в другой раз я всех убью. А он табельное потерял, да, где-то? Все, надеюсь, поймут.
Да-да-да. Росомаха так пробовал, не получилось. Все равно, блядь, нашли. Да. Интересно, надо было посчитать, сколько спецназовцев за один раз завалило. Завалила Эллен Пейдж. А вас арестовали в поезде 17%. Ну, таких оригиналов, как я, мало. Вас арестовали в лесу 22%. Да как, блядь, чтобы не арестовали-то? Я все сделал. Я залез на скалу, блядь. Я стоял, затихарился. Они ее все равно нашли. Че надо было делать-то, блядь? Вы устроили погром в городе 98%. А как, нахуй, не устраивать погром в городе, если надо отбить ее? Непройденный путь. Вы сбежали от преследователя на мотоцикле. А вот это сверху неоткрытый путь, это, наверное, вас арестовали в городе. Наверное, еще и в городе могли арестовать, судя по всему. То есть вот здесь вот какие-то разветвления есть, а каких-то, видимо... Ну, блядь, я все равно не понял, как они меня в лесу арестовали. Хуйня какая-то. Может, я долго с собаками дрался, не знаю. Ладно. Теперь, по идее, должна быть миссия, которая как-то атмосферная. Без погонь, без всяких. У них что, дороги вообще не чистят, что ли? Он там скоро, блядь, по самую крышу будет ездить, одни мигалки будут торчать. Ну, машина не оставляет следов, естественно, но игра же не про это. Не про машинки. Но она какого-то бомжа обобрала, судя по всему, блядь, судя по ее одежде. Отлично, отлично. Теперь мы еще и побомжуем, блядь. Что делать, если у тебя есть всемогущий друг привидения? Конечно, бомжевать, ёпта. Ёпта. Пойдем вон там на теплотрассу, на теплотрассе переночуем. Смотри, там вон пар валит. Еба, она еще и ширяться начала, судя по... Вы видели, она обернулась? Блять, такое зомби. А, можно позвонить. Можно маме позвонить. Давай маме позвоним. Спросим, может, наш отчим сдох уже, и мы можем начать строить нормальную семью. Мелочушка-то на позвонить у нее откуда-то есть. Сколько двоек в ее номере? Или она профессору звонит? Делайте ставки, срочно. Да, блядь. Вильяму Дефо позвонил. Джоди, где ты? Они здесь. Они вернулись. Боже, Джоди, что с тобой? Я устала. Так устала. Я больше не могу. Я устала от желтых листьев быть с тобою. Я так устала. Смысл этого звонка в чем был, сейчас мне интересно. В том, что у нее уже крышак, походу. Крышачевский-то, походу, у нее уже поехал, бля. Поехавшая. Сейчас скоро начнет братишкам покушать носить, походу. Так, мне, видимо, в переулок надо завернуть, да? Раз камера поворачивает. А, и сейчас нас спасут сердобольные бомжи. А что это такое? Влепили. А? Надо привлечь внимание этого бича. А? Хуль ты акаешь, ты долбоеб, что ли? Иди посмотри, вон лежит тёлка. А, я понял, надо сначала его внимание привлечь, а потом их отогнать. Так, кто там? Блять, мыши, ёптую.
Он так по сторонам смотрит, как будто и, бля, вдуть собрался, пока никто не видит. Все, начинается реквием по мечте, смотрите, наркошу нашел. Ну, она реально как нарколыга выглядит. Джоди, нет! Чего? Он ей снится уже? Чё, блядь, происходит? Пожар какой-то? Я уже думал, ты не оклемаешься. То есть, с бомжом любовной линии не будет? Ты у меня дома. Не дворец, зато... тихо. Да. И пускай на улице дождь, и квартира моя не дворец, да, и на принца я не похож, а похож я на полный пиздец. Бросать же тебя, подыхать как бездомную собаку. Да, кем вы по сути, ну, по большому счету. Я Стэн Марш, я Стэн из будущего. Джоди. Ну тогда добро пожаловать, Джоди. Мэри Крисмас, смотрите, в Рождество там. Хорошо, когда есть с кем поболтать. Кофе? Да ладно, нихуя себе. Эспрессо, пожалуйста, блять, с пенкой. Зато согреешься. Горячо. У меня гангрена на всех пальцах, ничего не чувствую. И давно ты на улице? Встать, солгать, сказать правду, уклониться. Пару недель. Да, за пару недель она такой бичуней стала. Да, он левелом-то повыше, я сразу видно. Я раздумал вот-вот загнуть. Или крыша поедет. Но ко всему привыкаешь. Даже к такому. Убежала? Ты видел, как беженцы в Европе живут? Чувак, у тебя хоть однушка. На улице, блядь. Встать, уклониться, слагать правду. Уклониться. Наверное, я. Бегу от самой себя. Как и все мы. А чё ему надо было сказать, что я, блядь, от ЦРУ бегаю? В его картонном замке, блядь. Проблема в том, скрываюсь. Что сколько ни беги, от прошлого не скрыться. А, ну все бомжи философы, конечно. Это у нас мне они... есть куда пойти. Обоссанные синеболды. Да, мне есть куда пойти, именно поэтому я, блядь, по улице болтаюсь. Валяюсь, блядь, в снегу, нахуй. Нет. Ебань Клаус, блядь, ты совсем тупой. Кое-кто есть, конечно, но я не хочу его видеть. Не сейчас точно. Чувак, ты посмотри, она в принципе детородного возраста. В принципе, если умыть, симпатичная. Что же ее, блядь, никто не приютил-то? Добра немного, но... Что мое, то твое. Да, можешь половинку крысы забрать, жареную. Ага. Блять, да, чуваки, вот... А, вон, он не один живет, черт. У нее новомодные перчатки, знаете, вот эти с прорезью для сенсора, типа, чтобы смартфон работал, видите, вон, можно четырьмя пальцами, блять, на смартфоне работать, экран расширять там. Пойдем осмотрим, что у нее тут. Огород-то хоть они посадили. У каждого свой костер. О, смотри, еще одна молодая тёлка. Сколько у них там молодых тёлок бичуют, блядь. Я в шоке просто. Пошли-ка познакомимся с ней. А, она еще беременная, ебать мой хуй. Ну вот это, блядь, вообще уже. Где ж там эта хваленная, блядь, американская программа социальных пакетов? Закрою ее от тепла, чтобы не перегрелась. А то ребенок вылупится еще из ее яйца раньше времени.
Это что, это выход? Ну да, походу, что это да. Либо вот там выход, там где белый. Вообще это что-то Division напоминает. Та сторона геймплея, которую в Division не показали. Но это, видимо, классический американский блюзмен. Оба-на! С воскрешением! Аллилуйя! Славься, Боже! Добро пожаловать во дворец, миледи! Я называю его Нигаленд. Там у кого-то даже телевизор был, ничего себе. Да, ну и днище вообще классно. О, у этого еще и ширево. Многоразовая игла. Одноразовая игла многоразового использования. Укол в ладонь куда-то, блядь. Даже без всяких вен, нахуй, через перчатку куда-то ёбнул наугад, нормально пойдет. Ни один, блядь, наркоман так бы не стал разбазаривать свой наркотик, который он и так с трудом добывает, чтобы еще и ширяться мимо вены, ёб твою мать. Мало того, что мимо вены, еще, блядь, завтра руку приедут, отрежут. Если сам топором не отрубит. В телевизоре у него стоит свечка, интересно, блядь. Видимо, он считает, что он до сих пор ночами смотрит РЕН-ТВ, где костер показывает. Спасибо, Стэн. Спасибо, Стэн. За то, что показал мне жизнь с периферии. Ладно. Хули, ладно, пожалуйста, надо говорить. Ладно, ничего ты, блядь, воспитанный. Вот ты хуй. Давайте доверимся бомжу, знаешь, это. Зря ты меня спас. Довериться бомжу — это мудро в данной ситуации. Я понимаю. Понимаю. Мы все через это прошли. Через что? Через погоню и убийство спецназа? Сжать зубы, подождать, пока отпустят. А, ну я же говорю, нарик ее за свою принимают. Сожми зубы, блядь, терпи, нахуй, отпустят. Просто иногда его не сразу можно найти. А кто остальные? Кто твои соседи? Вон там, видишь, Волтер? Он любитель выпить, но мужик хороший однозначно. Да. А это Джимми. Он любитель ширнуться, но тоже мужик, заебись. Она суббота, беременна. Суббота. Ее жалко. Че она тут делает-то? Зачем ты мне помог? Ты бы замерзла насмерть. От кого из них она, интересно, тебе и помог. Залетела. Чё тут такого? Да, это бомжовое братство. Ты чё, не смотрела фильм «Жизнь – дерьмо»? Ладно, я так понимаю, что делать тут больше нихер. Пошли отсюда. А это чё за клака, блядь? Ух ты, нахуй! Чё ж так громко-то, сучка? И глючит под окном. Ну я, блядь. Да. Чё ты рассказываешь-то? Так не объяснить. Ты на наркоте. Не объясняй мне. Не надо. Но имею в виду. У меня дури нет, и доставать ее я не стану. Да я вообще в шоке, что где-то деньги находите. Честное слово. Слушайте, как-то он хуёво нарисован вообще. Посмотрите, насколько она хорошо прорисована. И он, блядь, такой замыленный просто. Мылоголовый, блядь. О, не пойду, да, туда. Так давай Айдена отправим в разведку. Блядь, и Айден туда не хочет. Там что-то можно сделать.
Наверное, можно, блядь, на нее огонь прокинуть, чтобы взбодрилась. О, что это такое? Нихуя непонятно, ладно. А вот это что? Нож. Зачем? Откуда у них такой ножик? Чё за дебилизм, ты чё? За мной негры гнались, блядь, толпа голодных нигеров с огромными членами, я не застрелился, а ты хочешь, чтобы я, блядь, вены резал, сидел тут в бомжатнике? Антисанитарийным ножом, да ты охерела, что? Это все похоже на игру I'm Alive, по-моему. Так, ну и чё? Тут делать надо. А, вон выход отсюда. Но это будет нашей секретной базой, походу. Сейчас наши... У нас запасы кончились. Я так и подумал, что она сейчас пойдет в магазин и что-нибудь наберет. Здесь нечего. Надо что-то делать. И им притащит. Это станет ее новым смыслом жизни, помогать бомжам. Ты, может, хочешь поучаствовать? Ну, отсосать кому-нибудь за пару булочек. Сейчас посмотрим, где они затариваются. Как насчет поковыряться вот в этих двух замечательных бачках? А, я понял. Значит, мы сейчас будем на шарманке играть и пританцовывать. Наберем 5 баксов хотя бы, будет нам горячий ужин. Давай здесь. В холода обычно больше подают. Ну и что, мы просто будем сидеть, что ли? Или на губной гармошке что-нибудь бацаешь? Надпись «Не буду вас наебывать, помогите на бухло». Как же холодно. Ну, ему-то нихуя не холодно, он даже не застегнулся. Есть хочется. Придется немного потерпеть, ничего не поделать. Ну да. Отвлекись на что-нибудь. Да, блядь, на поэзию, например, да? Доллары. Много времени на это уйдет. Трудно сказать, это уж как повезет. Я думаю, что надо пойти к банкомату, попросить Айдена въебать по нему посильнее, блядь, нахапать кучу купюр и съебаться по-быстрому. Все, блядь, все, что надо. Хули ты сидишь-то, ёб твою мать. Один я, блядь, знаю, что делать с суперспособностью. Нет смысла вдвоем торчать в одном месте. Ну, я пойду в другом месте поторчу. Просто заторчу, пойду. Сука, ей чё, блядь, за неделю 30 лет исполнилось? Посмотрите, она, насколько она херово выглядит. Ну что, кто-то, где там все эти пацаны, которые писали, что вдули бы Эллен Пейдж? В той шикарной квартире, в ее шикарном душе ей бы кто угодно вдул. И вот сейчас кто-нибудь хочет ей засадить, а? Сомневаюсь. Что она, блядь, делает вид, что автобус ждешь? А, не, я понял. Подожди, надо Айдена, наверное, вызвать. Не, это просто функционал игры. Что ты можете посидеть. Что? Да, блядь, камера, стой на месте. Canadian China's... Блядь, камера просто манда вонючая, не дает прочитать. О, вот я же говорю, надо на теплотрассе. Но и пицца тоже. Просто еда. Это сложно. О чем они пиздят? Просто еда? Это сложно. Бургер, это сложно. Такая сложная хуйня. Наверное, кому сложно, так... Смотрите, да, он узкоглазый, она негритянка. Им действительно, наверное, нелегко. Я думаю, что мне надо пойти через дорогу в какой-нибудь магазин, нет? Ресторан. А я ему сказал, не нравится, тогда вали. Я б не уныл, блядь.
Я ж негр грусти. Я вторую игру хожу с унылым ебалом. Мне платят как орку из Властелина колец. Ну, из массовки. О, фламбик. Слушай, она вообще в упор не хочет эти деньги. Обличающая, простая, искренняя, забавная. Да, искреннюю. Надо на жалость давить. С юмором у Америки хуёво. Please help me. I'm bitches. Помогите. Это искренне? Уйти. Ждать? Две ромашечки даже подрисовала. Ну, так себе маркетинг, скажем так. Вот уже два клиента прошло мимо. Слева я вижу в коробке какой-то шарф, и как бы можно было на себя намотать. Ну, помогите жертве кризиса-то, ёбаный насрать. Вот. Чё, доллар? Так просто? Блять, на ютубе, чтобы доллар слупить, надо, блять, видосов неделю делать. Блять, поеду-ка я в Америку. Все, что надо там, это сидеть на жопе на морозе и хуёво выглядеть. Кое-что из этого у меня уже есть, поэтому... Осталось только научиться сидеть жопой на морозе. Блять, ударить по банкомату, ну конечно, я же сказал. Insert your card, please. На нахуй, вот тебе мой логин и пароль. Нельзя брать эти деньги. Ты чё, ебанутая? Мы же не воры. Да ты ёбнутая дважды, ваша страна их, блять, печатает, сука, сколько хочет. Вы же не воры, блядь. У кого ты воруешь, нахуй? У бумажной фабрики. Вы заметили, что американцы даже не говорят кошелек, они говорят бумажник, блядь. От слова бумага, бумажечки, бумажки. У нас говорят лопатник, нахуй, там какой-нибудь. А у них бумажник, блядь. Набрал. Нихуя ты. Мало. Работяга. А я чё? А я, ну, чё, покажи мне, 500 баксов хоть есть? Доллар? Охренеть! Джуди, откуда столько денег? Нашла? Я умею делать глубокий миниат, ёпта. Если ты их украла, то... Не бойся, они ничьи. По самые, чувак. Да. Хоть раз мне это в жизни пригодилось. Никто не пострадал. Этот, блядь, дар природы, ёпта мать. Вот прям такой бомж совестный, слышь? Вообще, блядь, его, наверное, под мост жить в коробках угрызения, блядь, загнали, да? Жди здесь. А теперь фокус, жди здесь, и через 5 минут не будет ни меня, ни денег. Чё, мы вместе не можем пойти, я недостаточно выгляжу, да, нормально для супермаркета? Сейчас ему еще пизды дадут и деньги заберут, походу. Сейчас он хуяк выбегает с колготкой на голове и пистолетом. Я так и думал, что сейчас. А, и заведение тоже закрылось. Снимаешь? Так, Айден, время, блядь, раздать по щам очередным мразям. Загнивающий запад, блядь. Ну-ка, отошли от него. Че у него за камера такая? Давай дела. А... У бомжа-то нашего есть подружка. Да, у него есть, а у тебя только друзья, с которыми ты в очко порешься. Опустившимися? Ой, блядь. Вот она сама ему леща дала, ЦРУшница хуево. Следующий. Даже Айдену... Айден даже не понадобится, потому что я, блядь, дерусь как ебаный ниндзя. Вот у меня, я как-то раз ночью в шаверму пошел, короче, вот такая же хуйня была. Ну, там чуть-чуть по-другому было, мне просто пизды вломили, короче. Ай, блядь. Блядь, я не понимаю, я когда я должен уклоняться, когда контратаковать, блядь. Я считаю, надо оператору вломить, поебал битой. Надо ему камеру разбить, иначе он на YouTube выложит, и нас запалят. Бля! Она больная! Увидимся, сука. Ну её! Увидимся, сука, сказал человек таким голосом, как будто пизды только что не получал. Я в армии научилась. Да, но их было четверо, а ты одна. Да, но наша армия, блядь, могучая. Брать не умеют.
Это in the Russian Federation, блядь, траву только в армии красит, а у них, видите, спецназовцев каких готовят. Your new home in here. Здесь ваш новый дом. И что это, блин, за многоквартирный улей такой? Тоннель закрыт. Выход. А она все думает, не порхнуть ли? Не пора. Летайте. Иди, а то, блядь, котлетосы все сожрут. Завтра опять придется банкомат потрошить эти. А когда они заметят, что с банкомата бабулеськи пропадают, перетащат его тут что. Не дай боже. Давай, Джоди, угощайся. Эй, есть даже шоколад на десерт. Шоколад? Я даже не помню, какой на вкус. Шоколад? Я могу тебе напомнить, какой он на цвет. Такой же, блядь, как ты. Что это с тобой, Стэн? Подрался. Два пропущенных, ёпта. Если бы не Джоди, мне конец. А кто тебе звонил? Никто, блядь, в том-то и дело. И она их всех уложила. А ты скоро тебе рожать? Ну, месяцев через 6, походу. Через месяц? Ребенок что-то давно не шевелится. Да он пиздец какой недоношенный я будет. Я уже волнуюсь. Ну да, так. Пойдешь посрать, блядь, а там раз и... Не хотел ребенка. А. Он бы ее убил. Это мануальный аборт легендарный. Ты что, их знаешь? Я их раньше видел. Шпана приходит сюда кулаки размять. Блять. Эти телефоны с камерами. Кулаки они размять, телефоны с камерами. А у вас вши, блять. Я бы нахуй никогда не стал пиздить бомжа, это же... Да отморозки они. Это... Меня тоже били. Не гигиенично, хотя бы, как минимум. Уж молчу про то, блядь, насколько это, блядь, отстойно. На Ютубе такая хуйня никогда не раскрутится. Типа, мы ходим и пиздим бомжей, блядь. Посмотрите, какой классный у нас контент. Не смог выплатить долги по кредитам. Потерял дом, работу, всех друзей. Да, виноваты евреи, блядь, ясная хуйня, придумали кредиты. Джимми? А Джимми рок-звезда, наверное, бывший. Холодно. Я так замерз. Наркота. Ну, а ты я ведь... замерз, я больной. Мы тебе ничего и не знаем. Законопати все щели. Не пропустить ни одной. Я делала ужасные вещи. Да. Я делала очень ужасные вещи. Потом поняла, что меня используют. Короче, из борделя сбежала. Это звучит странно, понимаю. Я не такая, как все. Да посмотри на это сборище. Тут все, блядь, не такие. Было бы странно, если бы это было общество нормальных. Я не понял. Ну, да, негр тоже не такой, как все, поэтому... У меня... Он-то тебя поймет. Говорят, что да. На деле проклятие. Да ты просто ебанутая, блядь, не знаешь, как пользоваться. Из-за него. Я и стала вот такой. Я понимаю, если бы так циклоп из Люди Икс плакал, блядь, что он без очков посмотреть никого не может. Ошибка. Мне всегда так нравится, когда в фильмах, играх, мультиках там ноют, ноют кто? Ноют, блядь. Люди, получившие бессмертие, блядь. Суперсильные всякие, нахуй. Вот у них, блядь, все хуево, недара проклятие. А вот у бомжа под мостом все заебись. Он такой, как все, самый, блядь, обычный. Может сидеть на морозе на жопе с бумажкой и побираться. Вот, вот она, жизнь, житуха-то, блядь. Суббота. Хочешь узнать, как твой ребенок? Че, как ее ребенок? А, Айден. Айден может просто. Нет, Айден может просто посмотреть, блядь, по-моему, руки давать не обязательно.
Блять, мне кажется, ему пиздец. Нет, сердце бьется. Можешь не волноваться. Что-то он большой какой-то внутри. Но... все место занял. Откуда ты знаешь? Знаю. Я видела. Я целительница теперь. Охуенная. Пей отвар из зверобоя. Так, а давай наркоману поможем. Ему, по-моему, хуёвее всех. Бедный Джимми. Парню худо. Да, совсем. Согласен, бедный Джимми, блядь. То мать на сцену гитарой убила, то, блядь, диски продаваться перестали. Ну, тот самый Джимми. Ача-ача, который. Давай, поняли. Так, сейчас мы ему вылечим, походу. Шириальное место на сгибе руки. Второе шириальное место. Ну и секретное место Джимми еще ебашил в ногу. Типа, чтобы никто не догадался, что он наркоман. Все. По объебанным венам. Прошло? Что ты сделала? Помолилась Господу нашему. Все прошло. И чё? Джимми похож на актера из «Мальчишник в Вегасе». Не знаю, не помню, как их там звали, но вы поняли, на такого. Нигеру мы не можем помочь, да? Ну да. Айден, наверное, не умеет перекрашивать в белых. Панчлайн! Верь мне. Верь мне, сказала она, расстегивая ему шириндос. А кто это стоит рядом справа? Джоди, что? Кто его за плечо держит? Стэн, милый. Джоди, хватит, не смешно. Столько времени прошло. Уже 4 года. Покойная жена? Нэнси? Да, Нэнси. Как это? Дым, сигарет я... с ментолом. Я с тобой. Я все это время была с тобой. Блять, ударь ее чем-нибудь, это пиздец как страшно. Мне так тяжело видеть твои мучения, твою боль. То есть привидение мы уже видим? Тяжело без тебя. Да призрак справа. Я устал. Без тебя моя жизнь пуста, Нэнси. Хватит жить прошлым, Стэн. Наша любовь останется навеки. Нэнси Дрю больше не выпускают, смирись. Играй в Майнкрафт, как все. Влюбись, будь снова счастлив. Ради меня, я прошу. Влюбись. Я скучаю. Я так по тебе скучаю. Вот к чему пришла ее карьера. Она показывает фокусы бомжам. Ради этого стоило, блядь, в ЦРУ бегать по полосе препятствий. Это чудо. Ей-богу, чудо. Да, уголек, чудо господне. Джоди. Только негру она ничего хорошего не сделала. Интересно, почему? Не потому ли, что он единственный черный в этой компании? Или потому, что негры способны приспосабливаться? И не нуждается в помощи. Матрас у нее, слушайте, не в неплохом достаточно состоянии, судя по тому, что пружины не торчат. Где-то ортопедически выбросили. Так, блядь, началось в колхозе утро, она рожает. Ай, блядь, ну давайте. Бабка-повитунья Джудит сейчас примет роды. У нее начались схватки. Тащи пупкорез. Нужно срочно ехать в больницу! Нет! 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 Не в больницу! Я не хочу! Они заберут моего ребенка! Да, и сделают его несчастным! Он должен остаться здесь, на помойке! Ни простыни, ни одеяла, ни горячей воды! Сама подумай!
еще он взял, что это девочка. Тихо, тихо. Успокойся, спокойно. Справимся, справимся. Так, Джимми. Тут рядом заброшенный дом, знаешь? Проберись внутрь. Я побежу. Давай. И? Уолтерс, и оставайся там, нахуй, да? В этом? Раздобудем все, что нужно. Суббота. Не вздумай родить, пока мы не придем, ладно? Я постараюсь. Но лучше бы вам поторопиться. Блять, заткни свою дыру руками, ёб твою мать. У этого есть какой-то план. Айден что-нибудь в родах понимает, интересно? Потому что я-то ничего. Я предлагаю просто залезть туда по локоть и вытащить ребенка за ноги. Что мы будем делать? Или искать врача? Нет. Все равно нет денег, чтобы заплатить. Да, и что мы будем делать? Пойдем еще у супермаркета пизды получим дубинами. Шанс, пусть даже крохотный, выжить в этом мире. Ну. Тепло, и подгузники, ну. И бутылочка, и нормальная одежда. А, мы идем грабить магазин. Он не должен родиться в куче мусора под мостом. Какие идеи у тебя? Мы быстро построим карьеру, блять, и разбогатеем. Придумаем что-нибудь. Да, мы идем грабить банк. Хорошо бы нам танк. Но можно и так. Доллар и франк. Йоу. Там есть все, что нужно. Да, ну. Зараза! Да. Да, накричи на дверь. Может, она на голосовом управлении. Как откроешь? Увидишь. Как Колумб Америку, блядь, чувак. Феерично, с выебонами. Тут, наверное, кнопка какая-то. А, замочек. Вот она. Блядь. Они не продумали ситуацию. Ну, тележку переворачивать нахуй, я думаю, не надо. Кнопка. Где кнопка? Надо найти кнопку, чтобы открыть дверь. А, вот она. Ну да. Добро пожаловать. У нас сегодня 100% скидки. Только для вас. Рано. Сигнализация, подожди. Сигнализация. Мы что-то забыли. Сигнализация. Я, блядь, гениальный, меня хуй наебёшь. Я столько, блядь, магазинов уже бахнул. Где? На кассе? Так, не став only. Камера. Наверное, надо камеру сломать. Здесь ее нету. Зачем вот это? Непонятно. Видимо, сейчас кого-то придется распугивать. Но я догадываюсь, что надо, блядь, выключить сигнализацию, я просто не понимаю, где это сделать. Ну, поебал я, пошли. Как тебе это удалось? Буду я тут нахуй, блядь, летать, хуи пинать. Давай объясню потом. Берем все, что нужно, и уходим. Да? О, черт! Черт! Какая, блядь, неожиданность. Да я не забыл, я просто нахуй не понял, где она, блядь, выключается. Уёбище это. Надо только свистелку отключить, сами сенсоры не надо? Так что ли? Взял все, что смог. Ладно, пора валить отсюда. Да. А вот и вы. Быстрее. Куда отошли? Ты смог забраться в этот дом? Да, да, с ней там Уолтер. Надо торопиться. С ней там в новом доме в этом, что ли? Как она, блядь, ходить не могла, лежала.
Наверное, воды отошли на пару литров, она облегчилась и полегче стала. Чё она оглядывается-то каждые, блядь, 2 метра? По случаю родов мы переехали в элитное жилье, походу, по местным меркам. Ой, блядь. Как мне не хочется наблюдать за процессом этого чудо-рождения, блядь, лицезреть. Не знаю, как там Джигурда, блядь, сумел взять себя в руки и спеть песню во влагалище своей жены в разверстое, блядь, откуда дети вот-вот полезут. Я даже со стороны не хочу наблюдать. Начинается, я думал, не успеете. Что теперь? Вы знаете, что делать? Уйдите! Все уйдите! Ну, мать природа сделает свое дело. Заебись. Я предлагаю демократично проголосовать. Нельзя выгонять негра. Блять, я предлагаю. Ты понимаешь, что для меня это все в первый раз. Для меня тоже. Да. Не хочу, чтобы они с почином. Горячись, твою мать! Горячись. У тебя на кого-то из них виды, что ли? Я предлагаю, короче, как Халк Хоган сверху на нее прыгнуть, блять, тогда ребенок сразу вылетит. Да, чё тут сложного может быть? Шаху, блядь, чинили, и тёлки под капот залезем, посмотрим. Ну, давайте глянем, чё там происходит. Давай помогу снять. Да, кого? Штанишки? А вы в курсе, кстати, что перед родами ещё клизму делают? Блядь, о боже мой, только не... Я представляю, там такой кустан, наверное. Так, что делать, что делать, что делать, что делать? Что делать? Тряпки, блядь. Нам нужны тряпки. Это фирменные, наверное, футболки всякие. Я застелю матрас. Да, Дольче и Габбана бы охуели от того. По-моему, она как-то опасно лицом была, максимально близко к зоне риска. Ладно, сейчас родим. Да, сейчас родим. Ну, я, бля, мастер принимать роды, вы не удивляйтесь, блядь, я сейчас я знаю, что делать, надо тушься, это, дыши, тушься, дыши, блядь, дыши и тушься. Тушься, уже почти все, слышишь? У нее не запор, блядь, она рожает. А, подбодри, дыши. Чтобы родить, надо дышать и тужиться. Тужиться и дышать. Еще нам нужен литр бутерата, блядь, и на всякий случай скальпель. Дышу! Дышу, я дышу! Все нормально, слышишь? Все идет очень хорошо, правда? Я вижу. А че это у бомжихи ноги побриты, я не понял. Чем она эпиляцию делает? Костром, что ли? А чё ребёнок не орёт? Ты справилась? Блять. Я столько хорроров прошёл, но ничего более ужасного не видел. Девочка. А того бомжа, наверное, арестуют, приедут, походу. Будет ему, блядь, влюбись, найди работу. Нам с тобой пришлось нелегко. Ну, если мама суббота, то как мы назовем, блядь... Девочку в воскресенье, наверное. Воскресенье субботивно, блядь. Теперь все будет хорошо. Ты должна дать ей имя.
Я позову всех. Господа джазмены. Ух ты, так кроха. Девочка, моя Зои. Охренеть. Охренеть. 50 лет не родилось ни одной Зои. Она уже все понимает. Она не то что хорошо. Она просто богиня. Да, блядь, конечно. Такая же, как вообще, как все дети, блядь, одинаковая. Надо обязательно нафоткать и выложить в интернет, там же детей никто не видел. Ты чудо, Джуди. Да, я знаю. Слышала уже. Наше чудо. Сраную кучу раз, блядь, всю жизнь слушаю, какая чудесная. Я убила президента Нигерии, приятно познакомиться. Ну все, хорош этих, блядь, рождественских чудес. Давайте следующее задание. Как-то роды... Рожать, походу, халява полная. Что-то, блядь, нихуя сложного. Я... Дыши, тушься, тряпку, ножницы, все. Так, это коктейль Молотова был, да? Или что, или наш дом сносят? Да, пожар, я ж слышу. Все, пизда, ускос. Заперто, наверное, да? Оу. Стэн! А? Стэн, проснись! Что? Господи! Где остальные? Уолтер на этом этаже. Джимми, Суббота и Зоя наверху. Уходи, я их вытащу. Нет, нет, я с тобой. Нет, нет, я сама справлюсь. Ты так чутко спишь, Уолтер, блядь, пиздец. Ни дыма. Иди отсюда, сказал! Не почувствовал, как бы. Ну, закашлял бы во сне-то. Как бы. Во сне человек типа запах не чувствует, но вот закашляется. Так, нам нужен Айден. Айден, выбивай дверь! Айден, душа, огонь. Давай барбекю, бля, выходи. Суббота. Суббота и ребенок. Они наверху. Я слышала уже, блядь. Хули ты меня держишь? Ты, блядь, только затормозишь. Те подростки, наверное, да, отомстить пришли? Типа. Интересно, а если бы я сигнализацию не включил, у нас бы... Мы бы спиздили там огнетушитель, нет? Кому ты нахуй нужен? Надо Зою спасти. Помогите! Спасите меня! Я тебе дверь открыл, что-то еще надо. Давай, Джимми! Прыгай! Я боюсь прыгай! Огня и высоты, нет. И прыжков. Нет, я не смогу! Да. Метр перепрыгнуть. Давай, прыгай! Прыгай, заебанец, блядь. Раз не хочешь, придется заставить. Не можешь, научим, не хочешь, заставим. Давай, сучара. Такой, блядь, брутальный нарколыга, блядь, и нихуя не может прыгнуть. В чем дело? Что, да нихуя, иди отсюда, блядь. Малышка, спасай малышку. Та дверь. Какая та дверь, блядь? Может быть, другой путь. Там что, блядь, газ был, что ли, еще? Держу я, блядь, что надо нажимать, что ли?
классический спецназовский. Давайте скорее. Прием. А чё, Джоди сама, блядь, не могла встать и дверь открыть и выйти? И она просто ёбнутая. Ну. Что, придется, блядь, в окно прыгать? Нет? Айк, ты мне нужен! Заебало. Ну, все безвыходные ситуации теперь будут решаться с помощью вот этого, блядь, щита неуязвимого, который даже огонь отталкивает теперь. Боже, моя девочка! Чё? Не бойся! Думай, Джоди, добавь! Айден уже и стены, блядь, кирпичные, да, проламывает? А, ну здесь тонкий фанерный домик, видимо, какой-то. Да нет, толщина стены вообще-то, блядь, нормальная. Спускаемся, быстро! Нет, давай поищем как в огне какие-нибудь блядские пасхалки. Что-то встало! Нет, я попозже выйду. Там заднее окно вроде было, нет? Не хочет через окно выбраться. Следующая миссия, наверное, будет поджигателей убить нахуй. Это будет, наверное, морально-этический выбор, мстить или не мстить. Неужели я правильно нажимать научился? А, нет, не научился, все норм. Ну, прыгай. Ты с вертолета прыгал, а тебе похуй было. Интриги, ничего не скажешь. Джоди. Да, да, Джоди. Боже мой, ты жива? Не знаю, как ты это сделала, но это просто. Ну, мы помолимся Иисусу. Как зовут? Хорошо. Все хорошо. Чего пожар-то начался? Ой, блять, на нахуй по почкам. Красота! Че так бензина, зажигалка, тараканы побежали с гнезда. А нахуй они постоянно это снимают все, блядь. Это одни из тех дебилов, кого потом в суд, блядь, приводят вместе с уликами сразу. Тихо, вы, тараканы. Теперь уже не такая крутая. Нет! Нет! Ну, Айден же ее защищает, вне зависимости от того, сознание она или нет. Убили в пьяной драке с бомжами, блять. Happy end, bitches. Она не дышит. Она не дышит. Почему Айден не бросился ее, блять, защищать? Если Айден ее бьют, он защищает, сказала она еще, когда ее рукопашному бою обучали. Я, блядь, не понимаю нихуя, как это работает. Выносливости или маны какой-то у Айдена нету, то есть перков вот, с откатом тоже. Что мешало ему, блядь, заступиться? Я знаю, что, блядь, сценарий нахуй. Сценарист, который, блядь, сам забыл, как этот Айден работает. Сидел, сочинял в свое удовольствие хуйню всякую. Как настроение, Джоди? Хорошо? Теперь наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. Хватит, мы теряем время.
Шато Марго, 2001. Советская дорога. Ой, только не твое ебало, не хочу его видеть. Что делать? Она воспоминает, то, что я и сам прекрасно помню, то, что я видел. Поэтому можно как бы супер длинно-то не затягивать эту хуйню. А, вот. Я должен идти на свет, чтобы не помереть. Это как выход из задницы, блядь. Асхерак, и мы в унитазе. Воу-воу, полегче. Ну давайте уже, пора статистику посмотреть. Я умерла. Че это, блядь, конец игры, что ли? Опять кто-то рожает, блядь. Подождите, моя дочь, посмотри. Нет, это мой ребенок. Не забирайте ее. Я передумала. Верните мне дочь. Нет. На органы продавала, что детей. Суррогатная мать, наверное, чет. Нет, я не отдам ее Киркорову, блядь. Верните, я передумала. А, это, наверное, Джоди так родилась. Кто? Кто эта женщина? Зачем ты это показал? Он... Это Айден показывает ей? Это мама. Сейчас мы увидим, как девочка из колодца вылезает, наверное, да? А это что такое? А это слияние миров из Mortal Kombat, да? Зачем ты мне это показал? Они делают, блядь, 12-ю? А, 11-ю? Будущее. Айден? О, мы сейчас, походу, узнаем, кто такой Айден. Блять, пидорасы, я чуть не обосрался, нахуй. Что это было? Силуэт какой-то был? Какая модная стрижка. Шрам. Айден? Чего? Ну зачем? Я не хотела назад. Ничего, сейчас санитары не придут, не прибегут на датчик-то. Цветочков кто-то притащил. Я тут нашел работу, снял квартирку. А выглядит стал как говно. Все хорошо. Мы скучаем. Сколько она в коме-то пролежала? Очень сильно. Слышите, ее положили в нихуевую палату, блядь, для бомжихи так-то. Посмотрите на это фешенебельный интерьер, на эту огромную комнату, и она здесь одна. Телевизор, блядь. Какую он там работу нашел? Это он оплачивает, да, получается, что? Да, блядь, ну. Этих подонков выдал запах бензина от одежды. Их схватили той же ночью. Представляешь?
Нет, я хотел сам отомстить, меня не устраивает. То, что их выдал запах бензина. Может, блять, машину, ёпта, заправляли. Фоточка. А это мы. Вместе. Теперь всегда будем рядом. Они стали нормальными людьми. Ну, в смысле, успешными там. Больше всех не повезло, короче, этой бабе нашей. Блять, ну чё за фотка-то ты заебал? Ты можешь подойти? Суббота. Зои сегодня 3 месяца. 3 месяца в коме, блять, отлично. Я тебе рассказываю. Пусть знает, что ты сделала. Ой, меня теперь зовут прежним именем. Да? Я Элиза. Элиза. Безобразная Эльза. Че, поссать, помыться, нет? Да ладно, ты и была-то не очень, так что ничего страшного. Где, блядь, выход из этой больничной западни? Да, это она. Сотрясение, травма черепа. Уже несколько месяцев в коме. Ну а вот и, блядь. Я знаю, мы из ЦРУ. Она обвиняется в измене. Именно день в день они ее нашли, да? Ни раньше, ни позже. Понял. Пойдемте. Вот, сука, христопродавец. И че? В шкаф надо спрятаться, наверное. Он как раз пустой. Хуй там, да? Конечно, мы легких путей не ищем, мы пойдем, блядь, на карниз. Ну, где она? Странно, была здесь, это ее палата. Черт, она через окно ушла. Не может быть. Мы на 5-м этаже, не выпрыгнешь. Сообщи, нам нельзя ее упустить. Она уже не парясь вниз теперь прыгает, да? А, ну и здесь ее шериф, собственно, и подберет. Да-да-да, вот с этого пролог и начался. На своих, блядь, малополигональных колесах. В порядке? Мэм! Бездомные называлась эта глава. Помимо возвращения. О, ебать, сколько процентов. А, вы солгали Стэну или уклонились от ответа. 45%. Какая в жопу разница, блять. Вы заработали деньги сомнительным путем. 31%. У вас хватило денег на горячий ужин 91%. Видите, а могло не хватить, если бы вы несомнительным путем зарабатывали. Не хватило бы, видимо. Вы помогли бездомным после ужина 39%. Вы спасли всех из пожара 92%. 8% лузеров, блядь, не смогли всех спасти. 63% вы не пытались покончить с собой. Вы побили хулиганов 97%, ну 3%, видимо, так же, как и я, плохо справляются с КТЕ и проиграли эту битву. Вы не стали рассказывать о Байдене 38%. Вам удалось сбежать из здания. Из какого? Хуй знает. Из... Ну, наверное, вот сейчас, где ФБРовцы, я просто не помню, из какого еще здания мы сбегали. Вы узнали, что стало с хулиганами 42%.
То есть 58% людей не стало ходить по палате и разглядывать газеты только всего. Ладно, в общем-то, продолжение, как обычно, следует. Что-нибудь жмите, что-нибудь пишите, все дела.